кризис закончится новым валютным миром. Куда ведет Третья мировая война, новое гибридное тело? Она ведет в новый валютный мир. Так вот, большевики-ленинцы – это те, которые контролируют золото партии. Они же заняты вопросом, понимаешь ли, золота рейха. Куда делось золото рейха? Они же занимаются вопросом золота Ямасита, это японское. Куда делось золото Ямасита? Вы думаете, никто не знает, что ли? Читайте, понимаешь ли, эту пропаганду. Оно все есть, все известно где. И это основа, понимаешь, нового валютного мира. И в этом новом валютном мире мастерами денежных дел будут те, кто контролирует золото.